Всем привет! Такой необычный проект на скорую руку. Лада Веста от Автогранда 1.60. Самосвал. Вот. Такие вот грузовики были. У меня есть, я их покупал как донор колес, но и так, может, кузова, там куда-то что-то понадобится от них. Вот. Таких у меня три. И вот этот такой был, купил еще одну Весту, вот, у меня их три, две другие пока не буду показывать, что я с ними делаю, вот. Вот такая кабина была на этом грузовике, кузов такой оранжевый металлик, вот, как раз оранжевой краски у меня нет по цвету, кузову хотелось бы еще себе купить, вот еще, две черные я купил Весты, вот. Кое-что с ними делаю. Грузовики эти с инерционным механизмом. Такой прикол еще вот так вот обклеил сзади от Автогранда, которая родная упаковка. Вот. Фирма Десонка этих грузовиков. Вроде как вот тут написано. Вот. Такие вот грузовички. Снизу прикручиваются. Вот. Инерционный механизм. Вот. Кузов тут был просто на, как сказать, ну вот на защелках. Я тут кое-что сделал. Теперь он вот так вот может. Такая вот. Ну, максимум у меня на него 2 часа ушло со всеми отпиливаниями, там подгоняниями, приклеиваниями. Под колеса только расточил. Вот. От Весты у меня теперь очень много колес. Вот такие вот колеса, в принципе. Ну, не намного они больше. Там, если так смотреть, миллиметра на 3 в диаметре, вот, чем родные. В принципе, растачивать не очень много. Крылья пришлось. Вот такой вот получился самосвальчик из Лады Веста. Ну, тут наклеечки мои. Вот. Сзади еще сюда прицепы можно цеплять. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока.